Я был не очень удачным. Сотик подключается на второй. Итак, попытка продавить Сотика. Забрал пати. И тот красный, посмотри. Леня! Леня Леонид? Забирает. Леня забирает, походу. Да? На изичах в прыжке не дает приземлиться Сотфику. Ну и, собственно, забирает пистолетный раунд для команды. Свое местонахождение спалил. Попытка изменить позицию. Ой-ой-ой, Дима, первый минус есть. Забрал Magic Side Disbalance. Минус Патти. Есть по Декстеру информация, бомба стоит, Декстеру нужно действовать, есть смог. Спирит то ли изобразили быстрый выход, а вот сейчас как раз таки он будет второй волной. Сотфик работает, делает минус по Самдаиангу, Магикс, Чоппер также делает по фрагу на базе, а Декстер с АВП уже выключен на девятке. Дима. Кстати, хорошую будку занял, хорошую позицию занял, и Дима здесь заходить. Пошла инициация от Спирит, есть чел за плентом, за винтом, есть ли по нему информация, пока непонятно, это был Финниган, он погибает. Есть много линеек на разные матчи. Быстрый выход! На! Как же жестко вообще! Через пристройку, через двери, через будку. И все это приносит результат. Дима первого, второго, готов забрать и третьего, но нет от бомбы. А вот этот провальчик, бомба уже ставится. Коктейль Молот вот залетает под Декстера. Ну что, 3-4 прострела. Погибает, вот как раз таки дефьюзы упали. Мира. Прострел от Пати, забирает Мира. Ну вот Айдисбаланс не выпустит. Да, Айдисбел, он забирает пати и ликвидирует второго, правда. Сейчас ретейкает улицу, ну как ретейкает, то есть он будет по ней играть на сбор информации, задетектил Айдисбел на своего оппонента, по-моему, даже видел второго, не исключено. Вся необходимая информация. Декстер, поджим улицы, так, есть энтрифраг. И там поджима лобби, вот в середине раунда, да, то есть вместо того, чтобы чекать улицу, допустим, да, вот так вот в соло в ангаре. Просто вот вы играете против таймера, ребята, зачем вы степите? Ой-ой-ой, Сотфик! Два игрока через Control Room, отличная бомба, все, раунд не берется. Декстер, кстати, очень вовремя, очень вовремя. Ай-яй-яй, Молик за спину. Декстер выходит, выкуривает, убивает. Как же... Горел, горел. Ну, в итоге Айдисбаланс его забрал. Дима, попытка спасти ситуацию. Ну, только Дима может вывести это все, нет? Ну и что будет? Дым в пристройку, коктейль за вентиль. Очень закрытые позиции. Возможно, это сработает. Финниган делает один минус. Есть размен. Сотфик на будке пока еще не открылся. Ну что, неужели Спирит не понимает, что один чел еще где-то должен быть? На! Бомба отменяется. Сотфик вовремя подключается. Отличная работа от него! Капитан завозит здесь три фрага. Также и Дима делает минус. Как его не заметили? Вот знаешь, гранаты от драконов просто великолепны. Сотфик все это время... Мэджикс, ну и косит сразу двоих. Так, разворот от Мэджикса. Первый, второй красный. Спокойно Мэджикс должен добирать. Отличный выстрел прямо в голову Пати. 16-5. Команда Спирит уверенно забирает свою карту, а именно карту Нюк. И впереди их ждет оверпас. Я ничего не вижу. Потеряли Декстера. Бомба все еще не стоит. Бомба уже выпадает. Дима отвечает по дисбалансу. Ну и сам Даянг на машине делает фраг. Все. Безидейно. Ой-ой-ой. Финниган тимкиллер. Просто тимкиллер. Вторую карту подряд забирает тиммейта. Ну а дальше даже бомбу не дают поставить драконы. 2-0. Хоронит Патси в туалетах. Постарается забрать и Сотфика. Ой-ой-ой. Ну четко работает под флешку. 2 в 3. Это... Ладно, полторашечку взять. Полторашечку. И этого будет достаточно. Он имел в виду не полтора литра, он имел в виду именно раунда. Есть размен, опять же, он не очень удачный, а вот теперь уже в пятером стоят. То есть идут в пятером. Это говорит о некой закрытости и растерянности. И тут тир для Айдисбаланс. Третьего забирает. Какая прилетела неприятная. Плюха. Мир в упоре справляется с двумя. Начинается заход команды Испана. Мир просто красавчик. Выдавил максимум. Забрал еще и третьего. После двух минусов от Патси Мэджик ставит. Атака, да, линейная. Поздний выход. Опять же, ну вот, на матчмейкинге, я не знаю. Просто немножко грустно. Я прошу прощения за свое вот это вот состояние. 2 в 1. Давайте заберем раунд. Может быть, у нас освежится немножечко атмосфера. 20 секунд до конца. Атака красных. Ай-яй. Да, но Витю даже перестрелять не сумел. Искренне желаю, чтобы там был пот. И действительно интересная игра. Очередной выход на базу Б. Magic Smear пока что неплохо справляется. Гранаты от Spirit отрабатывают на 100, а то и на 200%. То есть, знаешь, ну, вероятность того, что что-то получится, очень велика. Это вчера вот я смотрел матч Gambit против ВП, да? И помнишь, там вот вы с Сашей комментили? Так, пойдет в ретейк. Ну да, терять-то нечего. Двигаются дальше. Еще один минус. Сотфик последний. Ну, манцы, танцы. И успевает? Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Как?
Дат! Ты забыл дат добавить. Оп. Так, Чоппер, ну вот такого не ожидал. Соцвик есть первый минус. Хорошо, как будут реагировать драконы. Быстрый выход на базу Б. Монстр, вау, на распрыжке, Мэджикс. Проход, проход. Я думал, пороха дает. Так, ну все-таки в плюс здесь разменивается Спирит. Декстер заходит на Б, прилетает без фокуса, даже не собирается. Особенно учитывая то, что Спирит забрали вторую пистолетку. Финниган. Так, есть позитив, Дима находит минус. Минута времени до конца. Мир в дыму находит Бандурку. Сотфик. Чоппер. Вышел на воду. Сделал минус по коннектору. По второму в шарте не было инфы. Это был Финниган. Он уже погибает. Сотфик. Отличный хэдшот. Сотфик. Один в один. Декстер. Чоппер. 29%. Ну, тут попадание со скаута. Это конечное для Лёни. Нет. Это конечное для Декстера. Сотфик. Софтик. Включаешь? Включаешь. Первый минус есть. Чоппер. Остановил установку бомбы. Смена позиции. Ждет агрессию от Сотфика. И Софтик побеждает. Дает сопернику поставить бомбу. Находит в дыму Айдис Бэлонса. Отрабатывает Бандурка за падшего тиммейта. Второй минус. Чоппер погибает. Чуть Леня там психанул. Так. А вот и Декстер подъехал. А ну теперь Мэггикс 1 в 3. Ну можно? Нет, нельзя. 15-6. Это не работает, и в какой-то момент мы просто увидим действительно хороший раунд, который принесет драконам победу. Но это не точно. Бандурка. Три минуса. Квадро килл. Два раунда подряд от Димы Бандурки. Спирит. 8. Ну, из этих 8, вероятно, в... Смачок от тиммейта. Отличный хедшот. Мэджикс погибает. Бандурка продолжает бомбить своих оппонентов на Б-планете. Ну вот куда ворвался Финниган? Непонятно. Ничего, кстати, не происходит. Врыв. Так, нет. А вот это было круто. Сотфик в дыму находит мира. 2 в 3. Айдис Бэланс. Вот по-прежнему Дима Бандурка. Дима Бандурка погибает. И вот она ГГшечка. А так было близко. Было численное преимущество. Можно было здесь... На самом деле, чуть получше сыграть. Опять же, вопрос, да, к Финнигану. Да, ну, сложно. Сложно было, да, ребятам, наверное, уже после такого счета. Тяжелый матч, не идет игра.